Так, начинаем работу. Сейчас будем отбирать кристаллы и цветные натуральные камни агаты для украшения зеркала. Мы сделаем зеркало, которого нету нигде вообще аналога в мире. Это будет наш дизайнерский подход. Мы будем наклеивать на зеркало натуральные природные камни агаты из Бразилии. Они окантованы позолоты. Вот, если вы видите. У нас 5 видов камней. Это смог. Это значит цвета дыма, да? Агат из Бразилии. Вот, голубой цвет. Розовый цвет. И вот зеленый цвет. У нас 5 видов агатов. И вот коричневый цвет. У нас 2 вида коричневых, один сплошной коричневый, один со своим природным очертанием. Мы из этих агатов, из этих кристаллов, вот у нас кристаллы, светло-голубой, темно-синий, черный кристалл, он тоже очень богато смотрится. Вот розовый кристалл, плюс 5-й кристалл, это чистый кристалл. Мы из них будем делать, то есть мы ими будем украшать зеркало. Мы сейчас сделаем дизайнерский подход к обычному зеркалу и посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, пожалуйста, оцените. Работа закончена.